Регулярное пригородное железнодорожное сообщение между городами Керчь и Анапа откроется 7 марта, сообщила пресс-служба Минтранса Российской Федерации. Перевозчиком выступит Южная пригородная пассажирская компания. На линии через Крымский мост будут курсировать комфортабельные рейсовые автобусы. Они свяжут регулярным сообщением населенные пункты на обоих берегах Керченского пролива. Из Керчи в Анапу и обратно в пятницу и в выходные дни рейсовые автобусы будут ходить 3 раза в день, в остальные дни дважды в день. Время в пути составит 2 часа. По прогнозам специалистов, новый маршрут будет очень востребован как местными жителями, так и туристами. Билеты на маршрут можно будет купить в кассах железнодорожных вокзалов и у билетных кассиров непосредственно в поезде. Кроме того, с 7 марта планируется открыть продажу на сайте перевозчика, добавили в Минтрансе.